Сегодня 10 мая. Сегодня утрудилась просто белка, как только могла. Вот у меня тюльпанчики тут подрастают. Еще недельки две, наверное, будут цвет набирать. Тут немножко порыхлила флоксики. Здесь вот лилейники посадила. Там вон смородинка отошла. Не знаю, что будет, но здесь более или менее солнечно. Вот еще тоже тюльпанчики. Вот сейчас махрушечки будут. Мои любименькие такие. Очень-очень махровые. Здесь вот рассадила флоксы. Не знаю, что-то я испугалась, что они у меня уже постарели. И их надо как-то более внятно разделить. Вот здесь вот тоже флокс рассадила, пересадила. Вот эти еще сидят. Тут у меня колокольчики, вот хризантемки самые крупные. Ну, тут щавельс вместе с одуванчиком. Тут вот немножко кустик красной смородины зацветает. В общем, красота. Ирга сильно тень тут создает. Не знаю, короче, что с клубникой тут делать. Потому что очень много тени, она, конечно, тут обмельчала. Остается вот здесь вот местечко. Роза что-то подмерзла у меня. Ну, тюльпанчики. И тут вот еще грядка. Я думаю, что я ее укорочу. И здесь, может быть, качалку сделаю, либо еще что-нибудь переформировать. Ну вот, кустик цветет. Вот так вот красота. Сосна тут огромная-огромная. Такую тень создает. Вот сегодня посадила там клубничку. Нарциссики сейчас сорву. Ну, тут домик стоит. Еще стекла не сняли вторые. Тут терраска. Вот сейчас с папой поедем домой.